Венцом деятельности Грачевского СКБ стала «Синяя птица». Так назвали спасательный комплекс, состоявший из пары трехосных вездеходов и легкого болотохода. Он ожидал своего часа в кузове колесной машины. Когда та была вынуждена уступить бездорожью, болотоход опускался на землю или на снег, или на воду, и подбирался вплотную к терпящим бедствия граждан. Роторно-шнековый движитель делал это транспортное средство уже не супер, а гиперпроходимым. Благогласно имя болотохода. Он как винт мясорубки ревет парящее, он в порядочке. Если хочешь полета, учи болото. По болотам чарующим и утиным, по болотам засасывающим к матери, по болотам предательским и рутинным, испытатели, испытатели, испытатели.